В Новоуренгойском колл-центре устанавливают новую мебель. 16 комплектов, которые включают в себя компьютерные столы, стулья и звукопоглощающие перегородки для зонирования рабочих мест, поступили благодаря финансовой поддержке «Газпром-добыча Уренгой». Менять мебель рабочие будут поэтапно, чтобы не мешать работе колл-центра. Напомню, обслуживанием горячей линии занимаются 26 операторов. Да, это специальная мебель именно для колл-центров, удобная, эргономичная, которая обеспечивает удобство работы персонала, потому что это длительно человек находится за телефоном, да, и в то же время предусмотрена шумоизоляция, чтобы изолировать от шума соседние рабочие места. Поэтому это, да, специальная мебель для колл-центров.